Итак, сегодня будем собирать свеклу на 4 июля. Значит, начало обзор. Вот у нас тут, как он называется, ананас. Ну, вроде свежие побеги дает. Лук, пожалуйста. Это базилик. Это вот оругало. Тоже из нее можно листочки срезать, но только утром. И вот там свекла. Сейчас будем свеклу собирать. Значит, у нас тут ее несколько штук выросло. Сейчас посмотрим, что там проросло. Так, берем, значит, свеколку. О, что-то маленькое-то совсем. А тут совсем нет, ничего не выросло. Совсем ничего не выросло. Но, видимо, потому что жара. Ее как бы она не очень растет. Так, ну-ка давай еще посмотрим. Вот это, в принципе, побольше свеколка. Это вот побольше свеколка. Это свеколка. Видишь, побольше. Так. Так. Ну, это вот приличная. Приличный ее размер. Знаешь, какая красивенькая свеколка. Так. И давай еще одну там посмотрим. Вот тут где-то она. Еще одна была. Это тоже не выросло. Совсем. Там он еще одна растет. И этот маленькая. Ну давай еще вот эту маленькую соберем. О, какая маленькая, как редиска размером. Так. Так. Вот три свеколки, пожалуйста. С ботвой и с этим. Вон там, смотри, какая-то лягушка приползла. Ну-ка мы давай палочкой вот это давай. Вон, смотри, лягушка живет. Ну, какая большая. Ой, упрыгнула. Ну ладно, оставим ее в покое. Так что вот, собрали три свеклы. Как-то так. Там у нас еще он есть. Этот, кейл. Тут вот тоже, пожалуйста. Базилик хорошо растет, большой куст. Яблоня. Там он кейл. Это зелень, малинка. А, помидорки давай посмотрим. Видишь, он помидорки тоже зреет. Вон ту уже надо снимать одну красненькую. Это тоже можно снимать. Так что вон там уже можно снимать. Так что, в принципе, еще где-то 3-4 помидора готово. Ну, а вон цветочек. Желтенький вырос. Ну вот, как-то так.